Дорожная реставрация – это развитие транспортной инфраструктуры, туризма, ликвидация пробок и в целом создание комфорта. Транспортные артерии считают визитной карточкой, ведь во многом именно от их состояния в целом зависит внешний облик города. В Бресте дорожному строительству и благоустройству уделяется особое внимание. Если ремонт, то исключительно капитальный. Главное требование к дорожникам – не столько темпы работы, сколько качество. К примеру, Партизанский проспект – излюбленный уголок жителей Старого Востока. Ремонт дорожного покрытия и благоустройства на участке от начала улицы Московской до Ленинградской уже на завершающей стадии масштабной реновации. Сказать, что Партизанский перестроили, не сказать ничего. Сегодня проспект зазвучал и стал соответствовать своему названию. Просторный, широкий, с благоустроенными тротуарными дорожками, преображенным и, кстати, перенесенным остановочным пунктом, новыми местами для парковки. Прекрасный проспект, потому что было очень как-то неуютно. Сейчас тротуар. Тротуары хорошие. Очень хорошо, все правильно. Очень отлично сделано. Все прекрасно. Прекрасно. Я живу в этом доме. Мне все нравится. Все делается очень отлично. В советское время так не делали, как сейчас делают. Партизанский проспект стал прекрасным. Меня из окна с 11-го любуюсь. И смотрю только и гуляю вот целый день. Остановки тоже перенесли. Удобно очень. Очень даже изменилась улица. И вообще, когда идешь по городу, ну, совершенно другой вид становится. Наш город просто прекрасен. Я его очень люблю, очень давно здесь живу, очень люблю. В настоящее время внимание дорожников сосредоточено и на соседней улице Советской Конституции. Работы начались здесь в 20-х числах октября, а сдать объект специалисты планируют через полторы недели. Это значит, что вскоре вдоль улицы между остановочными пунктами появится новая 200-метровая тротуарная дорожка. Работы по выборке земляного полотна там уже сделаны. Сейчас ведутся работы по устройству установки дорожного тротуарного камня бортового, значит, устройства основания и укладки тротуарной плитки мелкоштучной. Уже завершены реновационные работы автомобильного полотна по улице Старозадворской, Первомайской, Энтузиастов, частный сектор, район Задворцев. А это порядка 1,5 километра свежего полотна. На очереди асфальтирование улицы Дачная, что в микрорайоне Речица. К слову, масштабное дорожное строительство активно продолжается. Рабочие стараются успеть сделать как можно больше до зимы.